Здравствуйте, в эфире канала «Россия», итоговая информационная программа «События недели». Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе провел расширенное заседание оперативного штаба по финансово-экономическим вопросам с членами правительства и главами городов районов республики. Обсуждение приняли участие руководители территориальных органов ФСБ, прокуратура, МВД, антимонопольной службы, а также представители банковского сектора, ФНС, Росстата, Союза предпринимателей, ОНФ и других структур. Сегодня все без исключения вовлечены в работу по недопущению подрыва российской экономики, сохранению стабильной социально-экономической ситуации, поддержки населения и бизнеса. Один из ключевых и самых актуальных вопросов – формирование целой ценовой политики на продукты питания, стройматериалы и лекарственные препараты. Важно уделить особое внимание работе по недопущению спекуляции, обеспечить необходимый запас продукции на рынке и заменить достойные отечественные альтернативы ушедшие из страны товары. Обсудили меры поддержки системообразующих предприятий Карачаева-Черкесии, субъектов малого и среднего бизнеса и населения. Сегодня наша с вами задача мобилизовать все имеющиеся ресурсы для поддержки экономики республики, сохранение действующих и создание новых рабочих мест, разработать дополнительные меры по эффективному расходованию регионального бюджета в новой экономической ситуации. Особое внимание уделить реализации национальных проектов, чем мы с вами каждый день и занимаемся, которые являются фундаментальной основой для существенного повышения качество жизни наших граждан. Все региональные проекты должны быть выполнены в срок и с высоким качеством. Президентом Российской Федерации даны беспрецедентные, на мой взгляд, уже поручения и правительству Российской Федерации, и субъектам по принятию мер поддержки экономики и бизнеса, в том числе и финансовые меры поддержки. Рашид Тимрезов ознакомился с ходом работ, проводимых на заводе по убою и переработке баранины «Кавказмясо». В нем продолжается модернизация, активно проводит монтаж оборудования. Ведут реконструкцию в рамках реализации проекта по производству баранины в СКФО. Результаты ввода завода в эксплуатацию мощность предприятия составит более 12,5 тысяч тонн продукции в год. Альбина Ламкова продолжит тему. Выпуск высококачественной баранины на территории нашей республики уже на финишной прямой. Она будет производиться на модернизированном заводе. Это самое важное звено крупномасштабного инвестиционного проекта. На объекте проделан большой объем строительных работ. Полностью выполнено обустройство внутренней системы канализации и плиты пола. Завершается монтаж внутренних перегородок и отделка помещений, штукатурка стен и облицовка керамической плиткой. Идет устройство внешних инженерных сетей. Начаты работы по организации электро-, пара- и холодоснабжения, освещения, водопровода и вентиляции. Работы проводят качественно, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он не раз посещал объект и наблюдал проводимую модернизацию на заводе. Я просто знаю, что здесь было до и что сегодня сделано. Очень много той невидимой работы, особенно то, что касается замены полностью всей инженерной инфраструктуры. Это колоссально. Здесь все те изначально планы, которые были намечены, и те задачи, которые руководством компании «Домоты» были поставлены, они все в сроках, все в тех же планах и объемах. Самое главное – это рабочие места, это местная продукция, ну и те же налоговые отчисления и так далее. Производственные объекты компании «Домоты» не имеют аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений. На сегодняшний день это будет крупнейший в Южном федеральном округе. С гарантируемым качеством? Естественно. Качество. Но я даже так скажу, просто Роман Александрович может скромничать. Я думаю, что такого оборудования в переработке, то, что касается КРС и мелкого рогатого скота, еще большой вопрос есть у нас в стране. Я посещал предприятие группы компании «Домоты» в Пензенской области. Конечно, был, я много что где видел, но там я был, конечно, удивлен. Ты руки, если некачественно помыл, компьютер тебе не открывает. Вопрос качества, я абсолютно убежден в том, что, в принципе, это их лицо в первую очередь. Ну и, конечно, я считаю, что
Это вот как раз таки та марка, которую сегодня группа компании «Домотэ» в принципе и знаменит. На сегодняшний день на заводе по убое и переработке баранины «Кавказ Мясо» выполнен монтаж несущих металлоконструкций линии убоя и хранения. Здесь же завершается обустройство повседневных транспортировочных путей. Понятно, что вы не впервые производите монтаж такого оборудования. Что вы можете сказать об этом оборудовании и о его качестве? Оборудование очень хорошего, европейского качества. На предприятии уже поступило оборудование для всех линий производства для полного технического перевооружения производственных участков. В ближайшее время начнется его установка в цехе технических полуфабрикатов. Это стало возможным благодаря последним штрихам в отделочных работах. В середине июня уже планируют завершить тестирование производства, а в сентябре проведут его запуск. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В нескольких населенных пунктах Малокарачаевского района республики прошли встречи с населением по вопросу дезинфекции. Каковы условия участия в программе? Кто имеет возможность по социальному контракту провести голубое топливо не только до земельного участка, но и до газового оборудования? Ответы на эти и другие вопросы, интересовавшие сельских жителей, в сюжете Артура Мхце. Одна из улиц села Красный Восток как бы делит населенный пункт на счастливых пользователей газовых сетей и тех, кто вынужден самостоятельно завозить голубое топливо в свое жилище. Пока количество таких граждан довольно велико. Однако по поручению главы региона власти района проводят с населением разъяснительные встречи, на которых объясняют правила и условия присоединения к системе газоснабжения. У жителей села было немало вопросов к руководству района и газовой службе. Далеко не все изначально понимали, на что имеют право, в каком случае газ будет проведен за счет государства не только до земельного участка, но и к самому газовому оборудованию. Как вот там вы сказали, прожиточный минимум 12500. Так. Я туда вхожу или нет? Смотрите, у вас рабочая группа, да. Инвалидность. Да. Сколько у вас человек проживает? Я один живу. Вообще никого нету, да. Больше? Вы один проживаете? Да. Получаете? 14. Нет, вы не попадаете под это. У вас доход превышает величину прожиточного минимума. Как, получая 14 500 рублей, Мухаммед сможет провести в дом газ, пока непонятно. Возможно, когда-нибудь примут программу, позволяющую это сделать бесплатно и тем, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум. У каждой семьи свои нюансы, и такие встречи как раз помогают одним получить и другим предоставить более исчерпывающую информацию. На сегодняшний день заявлено 630 человек. Подали заявление 282. Сегодня, почему я сюда приехал, в 2014 году в Малокарачаевском районе 10 сельских поселений. Все поселения газифицированы 100%. Но вот эти селы были газифицированы в последнюю очередь. Именно благодаря главе республики, не по какой-то программе, именно вот по инициативе главы республики. И больше всех подано заявление отсюда. Немало вопросов у людей вызывает возможность воспользоваться социальным контрактом, то есть бесплатно провести газ в домовладение. А это ни много ни мало существенная экономия семейного бюджета. Как пояснили в газовой службе, заявителю необходимо соответствовать нескольким критериям. Быть трудоспособным, не пенсионером по возрасту, а также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Аналогичные вопросы интересовали и жителей соседнего села Кызыл-Пакун. На каждый представителей власти и распределительной компании давали подробные ответы. Собственно, для того и проходят сейчас во всех районах Карачаево-Черкесии подобные встречи, чтобы люди наконец-то смогли воспользоваться теми благами, доступ к которым государство предоставляет бесплатно. Артур Мхце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. Народная программа работает. В Карачаево-Черкесии на базе регионального отделения «Единой России» созданы рабочие группы, куда вошли сенаторы, депутаты всех уровней, представители министерств. Они проводят выездной мониторинг по школам, где начался капитальный ремонт. Подробнее в нашем репортаже. 4-я гимназия в микрорайоне Московском была основана в 1979 году. 41 год она служит для детей храмом знаний. С тех пор из ее стен выпустилось немало учеников. Капитального ремонта школа ждала очень долго. В рамках программы по капитальному ремонту образовательных организаций, вошедшие в народную программу «Единой России», отремонтируют 23 школы, 18 из которых работы закончатся к 1 сентября текущего года. В остальных 5 школах работу планируется завершить в 2023 году. Список поправок
пропали школы, которые ни разу капитально не ремонтировались со дня открытия. Поэтому работы предстоят масштабные. В зданиях отремонтируют кровлю, фундамент, двери, потолки, фасад, заменят окна, систему отопления, вентиляции и многое другое. Все то, что необходимо для удобства учащихся. Очень бы хотелось попасть было в эту программу. Мы попали. Очень рады, что начался капитальный ремонт здания. 100% замену электрических линий наших. Ну и, естественно, обновленное здание с новыми красивыми светлыми кабинетами. По проекту, как вообще говорили, планировали 15 августа мы должны... Я очень надеюсь на то, что мы проведем генеральную уборку и сможем зайти в школу. Перед началом ремонтных работ созданные группы пообщались с педагогами, родителями, выслушали их просьбы и пожелания и, исходя из этого, внесли уточнения и дополнения в проекты. Сейчас же они посещают школы, где уже начались демонтажные работы, чтобы удостовериться, что строители успевают обозначенные сроки. В нашей республике в эту программу попали 23 школы. И вот в рамках партийного контроля за каждым объектом закреплен депутат. Мы смотрим, как идут строительные работы, все ли соответствует графику, есть ли какие-то пожелания. Вот в нашу группу входит и сенатор Крым Алиевич. Это уже не первый объект. И мы видим, что все работы ведутся согласно графику. Мнение директоров и коллективов школ учитывается. Таким образом, партии контролируют каждый объект программы капитального ремонта школ, что помогает своевременно выявить недоработки на местах и вносить любые коррективы, а также вместе решать возникающие в процессе проблемы, чтобы в новом учебном году детей и педагогов встретила обновленная школа. Карчабиджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, микрорайон Московский. В свете нынешнего довольно непростого для населения страны периода огромное значение приобретают меры поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На что могут рассчитывать граждане, которые числятся у судебных приставов в списках должников? Какие основания должны быть для положительного решения вопроса по отсрочке и рассрочке платежей? Граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться с заявлением предоставления отсрочки или рассрочки в суд или иной орган, выдавший исполнительный документ. Основанием могут служить как тяжелое материальное положение или резкое ухудшение состояния здоровья, так и семейное положение должника. Так как точный перечень оснований законодательством не определен, в каждом конкретном случае суд установит возможность оказания такого рода поддержки. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации рекомендует должникам не скрываться от судебных приставов исполнителей, а в тесном контакте взаимодействовать с судебными приставами исполнителями и, если есть такая необходимость, воспользоваться своим правом о предоставлении отсрочки или рассрочки. Также хотелось бы отметить, что у должников имеется право обратиться в суд за изменением способа и порядка исполнения исполнительного документа. С введением санкций проблем добавилось и животным. В разы подорожали корма, услуги, ветлечебница. Проблемами столкнулся единственный в Карачаево-Черкесии госпиталь «Белый клык», который всячески опекает бездомных и покалеченных собак и кошек. Репортаж Альбины Ламковой. Госпиталь «Белый клык» впечатляет количеством собак. Их около 90. Опекает четвероногих, добрый хозяин. Он создает им условия для жизни. В госпиталь «Белый клык» животные попадают только пострадавшие, которым требуется срочная медицинская помощь. Байкал, например, из Зеленчукского района. В него стреляли, в результате чего ему ампутировали лапу. Он большой и очень добрый, а в этом вольере содержат другую собаку. Кличка «Бандит». Он, в отличие от Байкала, обозлился на людей, в него также стреляли. В госпитале живут и кошки. Они находятся в отдельном помещении. У каждого домашнего животного своя печальная и сложная история. Больше половины без лап, у остальных другие травмы. Не страшно погладить четвероногого, даже с изуродованной мордочкой. Добрые глаза в ожидании сострадания притягивают. Юсиночке 8 лет. У нее была опухоль. Перенесла в результате 5 пластических операций. Сейчас она абсолютно здорова. И мечтает о том, что будет у нее хозяин, добрый, как и она сама. Вследствие введенных санкций в отношении России беззащитные животные опять оказались в трудной жизненной ситуации. Кормят, как и всех кошек и собак, обычным сухим кормом. На данный момент нам требуется корма, запасы у нас остались на 3 дня. Цены на корма подорожали, допустим, АТОС.
который к нам попал с тяжелой судьбой. Его сбила машина. Ветеринары ему назначили специальный вид диету, которой мы его должны кормить пожизненно. Здесь у нас Шпуля и Шкода. Они питаются обычным кормом, но цены тоже вдвое-втрое подорожали. Выход из любой, даже тупиковой ситуации можно найти. Но во всем нужна поддержка, особенно братьям нашим меньшим. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели». Для жителей Карачаево-Черкесии при покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и общаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина, 9. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом, и он только твой. Island. Диван с характером от мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции Island со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. В эфире Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России, Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Свой 100-летний юбилей отметил наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Петр Николаевич Неделков. Рядовой солдат встретил победу в Берлине, пройдя через все испытания и невзгоды. Поздравительный адрес юбиляру отправил и глава Карачаево-Черкесии Али Баташев, побывал в гостях у фронтовика. Он родился 100 лет назад в селе Малая Мазница Одесской области. До войны он работал на судоремонтном заводе в городе Керчь. С октября 42 по апрель 43 года воевал против фашистов в партизанском отряде под Керчью в старокарантинских каменоломнях. Смелый солдат не раз ходил в разведку и добывал языка. Станция небольшая, как полустанок, но там несколько путей. Маневры делает кое-когда, вагоны переставляет. 2 человека. Ну, мы где-то часиков 2 подошли. Они дремают. Один так дремает, другой так дремает. Заскочили с автоматами. Забрали их, привели. Ну и постреляли их. Затем Петр Неделков был переброшен за линию фронта и до конца войны служил в должности военного водителя. День Победы встретил в Берлине. Все радовались, песни пели. Кто ура кричал, не умеет петь. Куда там? Такая радость, что живой остался. Вот. Был катакомбов, через линию фронта переходил живой. И здесь живой остался. И вот дожил. В 1947 году он переехал к родственникам в Черкесск. Встретил свою любовь. Сейчас у Петра Николаевича 2 сыновей, 2 внучки и 4 правнука. На каких-то праздниках семейных мы все время собираемся. Мы эти истории, которые сегодня вам он рассказал, слушаем. Очень часто знаем наизусть все его подвиги, поступки. В общем, любим, ценим, уважаем нашего дедушку. Фронтовик следит за развитием событий и уверен в победе российской армии в ходе спецоперации на Украине.
Наши должны победить. Там, вот с моей точки зрения, одно, что нельзя бомбить. Жителей не уничтожать и не разрушить здание. Вот это вот все наше мешает. Чтоб уже давно были у Харькова. Впереди главный праздник страны – День Победы. И ветеран надеется встретить его в окружении родных и близких. Али Баташев, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В самом центре станицы Зеленчуска есть казачья школа, которая была возведена в первые годы основания этого населенного пункта в 1863 году. Из ее стен выпустилось не одно поколение станичников. Какие дисциплины преподавали в этих учебных заведениях и какие тайны хранит здание? Из станицы Зеленчуской Алла Динаева. Имя героя Советского Союза Виктора Леонова носит первая школа станицы Зеленчукской. А во дворе этого учебного заведения располагается и первая казачья школа 1863 года. Здание построено из качественных строительных материалов и хорошо сохранилось. Крепкие стены, высокие потолки школы и сейчас не утратили свою актуальность. В хорошем состоянии окна, двери, напольные покрытия и даже балки в основании крыши, хотя их никогда не меняли, рассказывают станичники. Делалось из цельного дерева, которое добывалось в верховьях Зеленчука, сплавлялось и по всем правилам оно распиливалось. Так, такие высокие потолки, вот даже вот лепка, да? Да, и лепка. Ну, сами представляете, канделябр со свечами, с лампами керосинами. Нужно было, чтобы помещение было светлое, теплое. Здесь были печи. С этой стороны вот была печь, с этой стороны была печь, которая отапливала полностью это помещение. Я еще это здесь учился, печи эти были, работали и давали огромное-огромное тепло. Сейчас, конечно, здесь центральное отопление. Сколько лет вы здесь проучили в этой школе? Я здесь проучился 8 лет. После 8 класса я ушел учиться дальше. А, вообще школа была 11-летняя, да? Да. Политехническая. В разные времена казачья школа называлась по-разному. И здесь выучилось не одно поколение станичников. Один из них – Олег Коростелев. А если заглянуть в историю школы, узнаешь много интересного. Эта дверь была парадный вход. Здесь имел право войти батюшка и атаман. Там напротив была в свое время церковь. Этот вход, здесь входили только учащиеся, обучающиеся. Учителя заходили со стороны, ну, сейчас она улица Победы, заходили с той стороны. Была коновязь, с этой стороны была, с этой стороны. В казачьих классах обучали прежде всего тому, что пригодится в жизни. Казаки – это охранители границ государственных. В Российской империи, соответственно, в этой школе преподавалась и верховая езда, и умение владеть холодным оружием для мальчиков. И для девочек образование было именно сосредоточено на ведении хозяйства, на умении приготовить пищу, починить одежду. То есть все, что необходимо будущей хозяйке. Конечно, как и в каждой православной школе, в казачьей школе утро начиналось с молитвы. Обязательно преподавали закон Божий, преподавались и другие науки, и русская литература, и математика, и чтение и на церковнославянском, и на русском языках. Зеленчукская раскинулась на берегах реки Большой Зеленчук, образовавшись в 1859 году, и казачья школа – одна из первых зданий, появившихся в станице. И если его отреставрировать и открыть здесь музей казачьей культуры, то жители и гости республики будут иметь возможность соприкоснуться с историей. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии подвели итоги первого этапа конкурса студенческих научных работ, посвященных истории образования и развития и современной деятельности органов принудительного исполнения. Подробнее расскажет Ахмат Халкичев.
Конкурс организован во взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Российской правовой академии Министерства юстиции. Эта площадка уже давно стала традиционной для особо пытливой и одаренной молодежи со всей страны, обучающейся в профильных вузах. В рамках 13-го уже по счету конкурса были представлены научные работы студентов за 2021-2022 учебные годы. Цель состязаний – повышение уровня правосознания и правовой культуры среди будущих юристов. Как поведал научный руководитель победителей из числа студентов Карачаево-Черкесского филиала МФПУ «Синергия» Масалим Салпагаров, у них был и внутривузовский этап, чтобы отобрать наиболее подготовленных студентов. Мы проводили отбор и выбрали лучших среди студентов, то есть первоначально среди студентов тоже выбрали, провели конкурс, и только после этого мы отправили работы вот наших двух претендентов на участие в дальнейшем конкурсе. Конкурс был не только интересным, но и весьма познавательным, делятся студенты-победители. Участие в конкурсе, помимо ориентации на отличный результат в исследовательской деятельности, еще и стимулирует качественный профессиональный рост, резюмируют они. Направлением моей работы была история развития и в современном мире судебных, Федеральной службы судебных приставов. Выбрал я эту тему, потому что считаю, что на данный момент эта тема актуальна. То есть сама профессия? Сама профессия, да. Учусь по специальности правоохранительной деятельности. В дальнейшем, может, буду работать в Федеральной службе судебных приставов, если получится. Конкурс был увлекательный, он был связан тесно с нашей будущей профессией. При представлении презентации моего проекта о проблемах исполнительного производства они были связаны с разными ресурсами. Все были заинтересованы. Одно из основных направлений любого вуза – развитие студенческой науки. Ну а подобные конкурсы являются отличной возможностью для обучающихся, где они могут в полной мере проверить себя, свои знания в направлении научной деятельности, отметила директор юридического института Северокавказской государственной академии Марта Богатырева. Конкурентная среда, она всегда позволяет выявить лучших, аккумулировать все свои силы, мобилизовать их и проявить все свои самые лучшие способности. То есть в том числе обучающиеся и в этом смысле себя пробуют и свои силы, в том числе и в плане стрессоустойчивости и психологической устойчивости. Поэтому да, конкуренция была, побеждает сильнейший. Лучшими в своих номинациях, по мнению экспертов конкурса, также признана работа студенток юридического института Северо-Кавказской государственной академии Анисат Чучаевой и Аминат Чумаевой. У Анисат изыскания были на тему служебной этики в номинации «Противодействие коррупции в системе государственной службы». Ну а у Аминат научная работа посвящена теме похищения детей. Номинация «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства». Тему своей работы я выбрала из-за того, что она звучит как «Этика судебного пристава», так как профессиональные навыки, этические знания для любого сотрудника, не только службы судебных приставов, а также других должностей и служб, так как для юриста в целом этика – это, наверное, одно из самых важных качеств и знаний. То есть он должен быть образованным, он должен быть этически образованным, то есть у него должны быть свои какие-то нравственные качества, которыми он руководствуется по жизни. Моя работа была связана именно с защитой детей. Это одна из огромнейших и важных проблем всего мира. Особенно моя тема была затронута на международном уровне. И данная проблема требует очень много решений, потому что очень много вопросов, которых не разрешены. Но в данной статье я попыталась как-то раскрыть те самые проблемы, которые были зафиксированы в Гаагской конвенции. Научные работы всех четверых победителей регионального этапа из Карачаева-Черкесии прошли на федеральный уровень конкурса, который состоится осенью. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Весна постепенно вступает в свои права, хотя погода и не совсем установилась. Для поклонников отдыха на заснеженных курортах Карачаево-Черкесии по-прежнему доступны занятия любимыми видами спорта. В чем убедился и наш корреспондент Артур Хце. Трассы идеальные просто. Курорт – это лучший просто курорт по сравнению с другими. Ну, на каких курортах еще был? Роза Хутор, Домбай, Эльбрус. Ну, вот этот, он более под Европу заточен, поэтому мне здесь как бы больше всего нравится. Это не единичное мнение. Подобные слова можно услышать от большинства туристов, опрошенных нами на склонах Архыза. Несмотря на то, что на большей части Карачаево-Черкесии люди уже подумывают о летних видах спорта, здесь в приоритете остаются экстремальные зимние дисциплины. Часто здесь бываем. Прекрасная погода, развивающаяся инфраструктура,
хорошая атмосфера, прекрасная кухня. Каталка. Вот сейчас очень многие говорят, что закрыты многие курорты. Способен ли внутренний туризм заместить, скажем так, потребности наших граждан, хотя бы частично? Я думаю, что на 100% способен. Здесь рядом Эльбрус, здесь развивается все. Катание здесь и снег даже лучше, чем в Австрии. Те люди, которые влюблены в этот в горы, в лыжи, в сноуборды, то есть они для себя здесь откроют много очень интересного и познавательного. Нет, не проблема, что сейчас закрыты курорты Европы. Я думаю, здесь очень хорошо. Да, прекрасные склоны и, конечно же, привлекает местный колорит, то есть национальный. Карачаево-Черкесия, республика со своими особенностями кухни и гостеприимством. С удовольствием сюда ездим. Если кого-то на равнине подобная погода, возможно, огорчает, то в горах поклонники скоростного спуска на лыжах или сноуборде от нее явно в восторге. Поэтапное развитие курорта позволяет в перспективе рассчитывать на постоянный прирост численности туристов. Но и нынешние показатели не могут не радовать. К примеру, только в этом сезоне услугами горнолыжных инструкторов Архыза воспользовались немало людей. А ведь куда больше тех, кто и сам прекрасно катается. На данном этапе уже у нас достаточно зеленых трасс для начинающих. То есть так, мы как школа, мы очень много ставим гостей, в принципе, на лыжи нулевой уровень. Там, в этом сезоне мы преодолели где-то так 15 тысяч учеников было в этом сезоне поставлено. Соответственно, зеленый уровень. Мы располагаем и синими продолжающие, а дальше уже кто более, там, ну, когда повышается скоростной уровень, то есть у нас и красные, вот, в том числе соревнования на красной трассе, и располагаем и черными. То есть в Архызе есть все. Например, главная достопримечательность Архыза – его природа остается неизменно притягательной и красивой при любой погоде. Тем и хороши подобные курорты, что им в любое время года есть чем порадовать посетителей. Артур Мхце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Впереди новые трудовые будни, пусть они принесут только хорошие вести. Всего доброго. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели». Для жителей Карачаево-Черкесии при покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина, 9. Девушка хочет зарегистрироваться на сайте госуслуги.